Пятый класс, 14 серия. Сколько натуральных чисел меньше 200, которые делятся на 2 и на 15, но не делятся на 60? Числа, которые делятся на 2 и на 15, будут делиться на произведение этих чисел, то есть на 30. Давайте запишем все такие числа, которые меньше, чем 200, и которые делятся на 30, на 2 и на 15. Записываем такие числа. Каждое следующее на 30 больше. Так, теперь из этого ряда нам нужно исключить числа, делящиеся на 60. Это числа 60, 120 и 180. Остаются три числа: 30, 90 и 150. Эти числа делятся на 2 и на 15, но на 60 не делятся. Ответ задачи – три числа.